Здравствуйте, я Галина Сартан, спикер конференции «Как увеличить объем продаж». Мы будем говорить о Сартан-командах для роста ваших продаж. Вот рука, на ней 5 пальцев. Все они разные. Каждый имеет свой размер и свою форму. Каждый имеет свое имя и свое назначение. А это первый палец. Это вы, руководитель. Вы можете противопоставлять себя всем остальным. Только вы умеете делать это. Никто из других пальцев это сделать не может. Есть вы, а есть все остальные. Знакомо? А вот кулак. Все пальцы удобно сжаты. Каждый поддерживает остальных. Они объединены для решения единой задачи. Они вовлечены. Они готовы давать результат. Это команда. Это Сартан-команда. Почему полезно использовать этот инструмент для роста ваших продаж? Как создать Сартан-команду из ваших коллег прямо на рабочем месте? Как результативно управлять ее работой? Я, Галина Сартан, приглашаю вас к откровенному и честному разговору о командах отделов продаж. Встречаемся на конференции «Как увеличить объем продаж».